Үймүт үтүк күнүнен күндү көрөтчүлөр бите хиги бүчө кускай берини көрөгөт. Бүгүнкү тахары бүтегар жугускайдагы педагогический колледж историяга преподавателя Наталья Васильева туз эскусетегар ылчыттык бүт. Провожу уроки истории как экскурсии для того, чтобы будущие студенты нашего колледжа любили и знали историю родного края. Такой проект у нас появился уже, наверное, несколько, 3-4 года назад. Уже с прошлого года мы объединились как гиды под эгидой парка «Моя Россия» и для желающих студентов, школьников и вообще гостей проводим такие экскурсии по разным темам, по истории города и по истории нашей республики. Сегодняшняя экскурсия будет называться «От Тыгына до Ильдархана» и будет, значит, рассказывать об истории освоения Ленского края. Такой проект действительно не новый, это уже несколько лет среди студентов, среди горожан. И такую экскурсию провожу не только я, но и другие краеведы, любители вот, истории нашего города. Это такой исторический комплекс. Он начал действовать с 2006 года. По указу президента Михаила Ефимовича Николаева решили восстановить вот старые дома, исторические объекты. Конечно, они такие же были. Их восстановили по старым фотографиям, чертежам. И для того, чтобы мы имели возможность узнать историю, значит, с 2006 года он работает как старый город. Посмотрите, ребята, а так он выглядел где-то в начале 20 века, да? Вот старый город, так как он обветшал, естественно, его вот восстановили. Поэтому многие дома здесь именно не совсем, скажем, старые, а реконструкции, да? А вот теперь вот посмотрите на эту фотографию. Узнаете, да, ребята? Вот как раз вот это торговое здание, которое называлось и называется «Кружало». Так, а улица, по которой мы сейчас пройдем, называется «Малый базар». Потому что, что такое базар? Так, продают, значит, торгуют, да? В 19 веке у нас в Якутии, в городе Якутске, стало настолько много торговых людей, а тыгытчонар, купцы, да? Так что они решили построить вот такое большое торговое здание и назвали его «Кружало». Так, и вот смотрите, вот фотографии, смотрите, из разных улусов, да, приезжали и обменивались, торговали. Чем могли торговать? Пушниной, мясо, молоко, да. Это они продавали, на эти вырученные деньги покупали уже другие предметы, скажем, да. Так что почему назывался «Малый базар»? Потому что там, где мы сейчас знаем, ребята, площадь Ленина, там был еще большой базар. Большой базар, гостиный двор. Но об этом мы поговорим попозже. Мы с вами идем по Малой базарной улице, где в 19 веке, в начале 20 века из улусов приезжали и торговали разными продуктами, да? На первых этажах, вот там, где каждое окно, была лавка. Раньше назывались не магазины, а лавки. А верхние этажи использовались как склады. Вы заметили, какие большие ворота, да, ребята? Так, это входные ворота были. А с той стороны, где прибывали корабли, не корабли назывались, а тогда баржи, привозили товары, оттуда товары уже завозили. Как вы думаете, ребята, это здание новое или старое? Реконструкция, да, потому что старое уже обветшало, и в 1982 году его уже не стало, и точные копии ее восстановили. Вот эти колонны, они поддерживают, как видите, второй этаж, склады, да. И обратите внимание вот на нашу мостовую. Такая мостовая есть только у нас в Якутске. Обычно в городах используют что? Кирпичи, камни, да? И вот только у нас вот такие, значит, деревянная мостовая, называется, сделана из вот таких коротеньких чурочек, да? Представляете, какой это был труд вбивать их в такой вот, чтобы был хороший тротуар. Хорошо придумали? Да. Да.
Обратите внимание, ребята, на что это похоже? Это памятник. На что похоже? На волну, да? На волну, на берег реки. Потому что наш город был основан на реке Лене, да? И назывался Ленский острог. Так, вот на том, через дорогу мы видим памятник основателю нашего города. Кто-нибудь знает? Петр Бекетов. Обратите внимание, что он у нас вот на памятнике изображен как именно строитель, да? Потому что сидит на бревнах и в руках держит топор. Вот такими топорами рубили, строили первые остроги. А вот на этом камне, видите, да, ребята, написано письмо, послание это Петра Бекетова о том, что он по указу царя, русского царя, естественно, начал строительство Ленского острога. Так, ну-ка внимательней, кто, хотя тут старорусское письмо, да, кто-нибудь может определить, к кому он обращался? Михаил Федорович. Кто-нибудь помнит по уроку? Да. Это был Михаил Федорович Романов, да, именно при нем в 1632 году Петр Бекетов основал Ленский острог. Но он стоял совсем на другом берегу, на правом берегу, и из-за того, что там часто были наводнения, его переносили. И только в 1643 году, через 11 лет, нашли вот это место, как раз вот это историческое место, ребята. И здесь основали, заново построили вот этот острог. Сейчас, ребята, мы пройдем к вам с вами на башню, которая условно называется башней Тыгына. Какое оно имеет отношение к Тыгыну или нет, я вам расскажу в этой башне. Мы пришли вот с того берега, в набережной, по улице Преображенской. Так, кто-нибудь из вас догадался, почему Преображенская улица раньше называлась? Вот именно. Вот эта церковь, храм, была построена в 19 веке на средства купца Соловьева. Вот видите, ребята, настолько у нас стало много богатых купцов, которые стали меценатами и оставляли средства на строительство школ, больниц, богадельни, приютов для арестантских детей. И один вот из них, Соловьев, оставил средства, чтобы построили вот на этом месте храм каменный. До этого вот здесь стоял деревянный. Но деревянные церкви очень часто горели. Так, в 1845 году его закончили. В советское время он без вот колоколень и так далее, вот нижняя часть она была. Но затем, вот в 2000 году, когда начали реставрировать старый город, решили отреставрировать и этот храм на средства компании Алроса, наверное, слышали, да? Богатая компания у нас как раз появилась. И посмотрите, ребята, все 9 куполов, обычные заставляющие, они покрыты настоящим сусальным золотом, поэтому так они красиво блестят. Таких храмов у нас в городе, сохранившихся исторически, 4. Так, где-нибудь видели, ребята, храмы такие красивые, каменные, которые украшают наш город? Троицкий кафедральный собор, он пока еще восстанавливается. Еще где видели? Возле автовокзала видели? Там тоже вот старый храм, тоже был построен на средства купца Шилова в 19 веке, Никольский храм, да? Так, ну и вот в районе Залога есть Богородицкая церковь, она еще старше этого. Так, ну теперь вот этот храм Преображенский считается главным, называется кафедральный. Ага, здесь работают вот все духовные лица. И вот обратите внимание вот на это здание. Посмотрите-ка на старую фотографию. Так, похоже? Да. Похоже, да, ребята? Так, вот это здание раньше было женской гимназией. Так, к сожалению, тоже она сгорела, поэтому точные копии ее отреставрировали. И здесь работает главная епархия вот как раз всех, значит, Якутской республики. Так, девочки получали, как вы, образование, 7 лет учились и потом становились домашними учительницами у богатых людей.
Так что вот у нас открылась в 1882 году, тоже в 19 веке, женское образование, женская гимназия. И существовала до 1917 года. Смотрите, ребята, вот на эту табличку. Что вы читаете? Да, действительно, в 1905 году это здание было построено. Было построено по проекту очень известного, ребята, архитектора Лешевича, Клементия Адамовича Лешевича, в стиле модерн. Вот такая, значит, была архитектурная постройка называлась. И она, конечно, восстановлена. Это подлинное здание Русско-Азиатского банка. А к этому банку, ребята, имеет отношение вот этот человек. Купец первой гильдии Николай Дмитриевич Эверстов-Сербеке. Кто-нибудь слышал об этом? Да. Это был очень богатый человек. И именно он дал средства на вот открытие первого коммерческого общественного городского банка. Тогда это было 60 тысяч рублей, очень большие деньги, потому что, если чтобы сравнить, давайте приведем такой факт. Одна корова стоила 5 рублей, а 60 тысяч, значит, это были очень большие средства. И вот за то, что он отдал средства, ему дали титул действительного коммерцсоветника. И его сын стал директором этого банка. Этот банк действовал, помогал вот купцам, чтобы они совершали такие торговые операции как раз в начале 20 века. Да? И он действовал, и в советское время здесь был раньше Сбербанк, а теперь, как видите, здесь Алмаз-Эргенбанк, то есть передается так, как скажем, историческом наследстве, да? Банк служит банком. И вот смотрите, ребята, какое красивое здание, да? Конечно, некоторые детали обновили, но на самом деле это действительно подлинное здание. Вот дверь это точно. Так, посмотрите на красивые водостоки, да? Какие красивые раньше умели делать. Так, а вот шпиль, видите, да, шпиль, ребята? Для чего, как вы думаете, этот шпиль? Ну, думайте. Да, это для стяга, для флага. Мы подошли к такому объекту, который называется башня Тыгына. Но она относится к Тыгыну или нет, мы узнаем это уже внутри этой башни. Но эта башня стояла не на этом месте, она стояла совсем в другом месте. А здесь она оказалась после того, когда уже мы утеряли эту башню. В 2002 году она сгорела. И по новым чертежам Аполлоника ее уже восстановили. Это надвратная башня. И сейчас мы зайдем внутрь и увидим настоящий макет, каким был наш Ленский острог. Это мы с вами находимся, ну, не совсем исторически, но реконструированной башни, да, надвратная башня, которая была сделана специально по чертежам вот Аполовникова, точная копия. Так, и хочу вот показать вам карту. Карта Ремезова называется. Она была сделана в 1701 году. И вот здесь вот отдельно мы видим на реке Лене, правда, неправильно нарисовали реку Лену, а здесь вот выделено, что здесь был город Якутск. И хочу посмотреть, показать тоже вот эти картины, которые показывают историю зарождения, основания нашего города. Вот этот острог, который стоял вот на протоке Лены, да, затем вот уже второй перенесенный так называемый острог Преклонского 1682 года. Вот это как раз мы видим, вот Мраннер Костеллердиол. Так, как раз вот это она стояла на площади Дружбы. Так, вот здесь еще лучше видно, ребята. Так, узнаете, да, ребята? Вот там, кстати, очень большой, значит, храм, Троицкий кафедральный собор. И вот рядом с ним был этот наш Ленский острог. Эта башня, как исторический музей, был сделан по инициативе историков во главе с Александром Васильевичем Дьяконовым. По его предложению вот найдены такие вот исторические фотографии, и мы видим, как раньше вот
старых фотографиях выглядела наша башня. Так, вот, совсем уже почти разрушенная была в начале 20 века. И по предложению губернатора Крафта она позже была восстановлена. Здесь находятся различные артефакты, которые обычно находят во время вот таких строительных работ. Так, сюда приходят школьники и вручную могут помолоть настоящее амгинское зерно. Вот так. Так, и мелют, так, и получают муку. Это им очень нравится. Так. Мы находимся в сквере губернатора Ивана Ивановича Крафта, который был здесь работал с 1907 по 1913 год и считается одним из самых деятельных и лучших губернаторов Якутии. Поэтому я свою экскурсию обычно называю «О лучшем губернаторе замолвите слово». Вот та улица, этот сквер губернатора Крафта, он был действительный статский советник его величества императора Николая II. Когда его назначали губернатором в 1906 году, он дал слово Николаю II и премьер-министру, скажем, председателю Столыпину о том, что он улучшит Якутский край. И действительно, он это сделал. Этот сквер назван его именем, и та улица, которую мы сейчас знаем как улица Каландарашвили, называлась раньше улица Крафта. А теперь давайте пройдемте и посмотрим то место, где он сделал первое свое преобразование. Когда в первый год он сюда приехал, он увидел, что наш город Якутск очень такой старый, нет новых, хороших, красивых зданий. И в первую очередь принялся за благоустройство города. Мы стоим вот здесь. Это карта города Якутска старинная. И посмотрите, где у нас Соборная площадь. Мы стоим на Соборной площади. Почему она так называлась? Потому что здесь был самый большой собор. Вот, кстати, за ним. Так, вот этот Троицкий кафедральный собор. Видите, какой он красивый был? Поэтому и это место называлось Соборная площадь. Иван Иванович Крафт, как губернатор, решил переоборудовать этот соборную площадь, сделать там, разбить сквер. Были высажены множество деревьев, кустов, цветов. И впервые в городе Якутске в 1913 году появился даже фонтан. Так, и вот эта улица, которую мы знаем сейчас как улица Петровского, раньше называлась Правленская, потому что здесь был дом, скажем, правителя, губернатора Крафта. Здесь, кстати, стояло вот то здание, его перенесли, оно было чуть в другом месте, значит, казначейство, да? Так что мы сейчас стоим на площади Соборной и начало вот разбивки сквера Крафта. Так, и вот нашла в недрах интернета вот такую фотографию, где мы видим, да, вот здесь написано «Сквер Крафта». И это стало любимым местом горожан, где они отдыхали, здесь играл оркестр. Ну, как вот мы сейчас ходим в парк, так и люди сюда приходили и отдыхали. Сквер имени Крафта. Так, и потом вот излюбленное место, как видите, да, все большие праздники. И мы здесь как раз замечаем вот остатки острога, да, они еще тогда вот здесь стояли, вот эти башни. Так, и по настоянию Крафта эти башни были отреставрированы. Так, башня была в таком плачевном состоянии и решили ее отреставрировать. Так, и при Иване Крафте был замечательный, он пригласил замечательного архитектора Клементия Адамовича Лешевича. И по его проекту было построено очень много зданий, в том числе вот здание бывшего окружного суда,
он находится на той стороне улицы. Его строили по проекту Люшевича. Как видите, оно до сих пор украшает наш город, хотя немножко, конечно, было восстановлено. Мы его тоже потеряли, но это именно при крафте тоже было сделано. Так, всем знакомое здание, вот краешек его видно. Раньше он стоял вот в этом углу. Это сейчас музей, а раньше это было казначейство. И уникальность вот этих построений именно была в том, что Люшевич придумал именно, чтобы была вентиляция. И способ сохранения этих зданий от вечной мерзлоты. Поэтому эти здания и очень хорошо сохранились, потому что проект Люшевича был действительно уникальный. Так, с 1911 года теперь уже вот как исторический объект. Краеведческий музей, да? Так, он тоже был построен по проекту Люшевича. Так, раньше назывались архиерейские палаты. Но самый главный сейчас исторический объект, которым мы гордимся и любим, это публичная библиотека. Она была начата в 1909 году, а в 1911 году его завершили. Национальная библиотека сейчас там находится, да? И на строительство этого объекта понадобилось очень много средств, и Крафт придумал такой способ. Так как он имел очень хороший, значит, скажем, подход с торговцами, с общественностью, он решил, и все согласились, каждого пуда рыбы, любого, значит, продукции, каждый торговец должен был выделять по 5 копеек. И таким образом собрали недостающие средства на до окончания строительства вот этой публичной библиотеки. Так что и сам губернатор вложил свои 1150 рублей вот на строительство этого публичной библиотеки. На первом этаже этой библиотеки позже был открыт музей в том же году. Так, и когда Крафта провожали в 1913 году, он уже отъезжал, заканчивал. Именно в этой библиотеке состоялось торжественное заседание и приняли решение, если вы зайдете в этот зал исторический публичной библиотеки, ныне национальной, мы увидим портрет Крафта. Вот вся общественность города, благодарность за его деятельность, решили, что портрет губернатора должен быть в этом зале. И также там находится картина, где состоялось торжественное собрание по случаю открытия императорского отделения географических открытий. Он тоже был инициатором, чтобы здесь открыли отделение ИРГО. Так что с Крафтом связано очень много в истории нашей столицы. Именно в начале 20 века он стал похож вот на столицу Якутской области.